Опа! О, здравствуйте, мы тоже играем. Круто, а что вы играете? Всякую Фигню. фигню. Ой. А, вот это умеете? Там легко, по-моему, играется. Обалдеть! Так прикольно! Ну не, у Круто. нас укулеле маленькое, мы так. А, ну на укулеле можно быстро играть, по идее. А вот это не умеете? Не? Давно играете? Да так, месяца два, наверное, где-то. Что? Я за год не могла так научиться. Ну, вот так вот. Обалдеть. Так вот. Всем привет, дорогие друзья, и это последнее видео в этом году на этом фоне. Так как прямо сейчас, после выпуска этого ролика, я уезжаю в Москву и буду искать новую квартиру. Так что следующий ролик, возможно, задержится, а возможно, даже следующий будет не ролик, а стрим. За всеми новостями можете следить в моем инстаграме, я его прикреплю прямо сюда, а также ссылка будет в описании. Также перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Давайте добьем 14 тысяч подписчиков, смотрим. 20 сантиметров. Вот это нормально, вы считаете? 20 сантиметров? Да. Ну, это много, много. Прекрасная музыка того времени, уважение имею. Да, того времени. А вам какую? Современную надо? Нет, нет. Привет. Привет. У тебя акустическая, да? Ну да, классическая. Это нейлон? Да, это нейлоновые струны. Я слышу, что это нейлон, а просто звучит перфекто. А как ты слышишь, что нейлоновый? Я играла и на нейлоне, и на железе. Железо — это такой кошмар, господи, это так... Я не понимаю, почему люди, вот знаешь, которые старые школы, они прям обожают железо. Ну да. Я не понимаю, оно звучит ужасно. Просто отвратительно. Кстати, напишите в комментариях, какая гитара вам больше нравится, акустика с железными струнами или классика с нейлоновыми струнами. А что ты играла на нейлоне? Я в музыкалке училась, так что все, что было, все, что можно, все, что нельзя, играла на нейлоне. А вот это проходили в музыкалке? Я не играла такие мелодии, я была упертой. Как я упертой была, поэтому все, что мне нравилось, играла я. А все, что нравилось учителям, в основном это блюз, джаз был. Потому что это, ну, мое любимое, наверное, направление именно на гитаре когда. Я не знаю почему, не знаю. Так получилось. И меня терпеть не могли учителя за то, что я не брала то, что они говорят. Возьми это. Не буду. Я вам плачу деньги, я пришла научиться играть, но я буду играть то, что хочу я. Что-то я именно блюз и джаз только играла? В основном, да. Так получилось. Я даже не знаю. Вообще ничего не знаешь, да? То, что... Не, нет, ну я знаю, там, типа, вот это не блюз. Охуенно дело же, брат. Что это за песня? Угадал? Нет, не угадал.
Нет, не угадал. Ну ладно. Бро, ну ты подскажи. Да ладно. Да. Я не знаю, что сказать. Ну, как бы ты охуенно вспомнил. Понял, да. Привет, мужик. Здрасте. Привет, мужик, да. Я не мужик. Хай, бич! Хай, ворс! Он мне сказал второй мужик. Ну, я пошутил, я специально... Ну, старайся, мужик, блядь! Вы круто вообще. Да. А за сколько играете? Ну, точнее, сколько играете на гитаре? Ну, месяца 4 где-то. Ничего себе, за 4 месяца так можно круто научиться? Да. Привет. Привет. Вообще. Привет. Король и Шут, играешь, друг? Я смотрю, на гитаре играешь. Донат, пяти хатку кину. Король и Шут, конечно, конечно. Прыгну со скалы. Какую песню? Прыгнув со скалы сыграть или какое? Я что-то не понял. Да, прыгну со скалы, король и Шут. Припев, чисто припев. Потому что мы на чили, на расслабоне, ну ты понял. Ну сейчас попробую. Вот. Вообще красава. Ты вообще молодец. Вообще, ну, друг, пятихат, конечно, нету, ты же понимаешь, да? Понял. Ну, вообще четко, на самом деле. Ну, я, кстати, ты очень красиво сыграл, ты прям молодец, прям в точку все вообще. Я в шоке, честно. Я ожидала такого услышать. Лет 10 ты отдал этому, правильно? Песню, кстати, вот эту конкретно песню, я первый раз играю, кстати. Как эта штука называется, которую... Это каподастр. Каподастр, да. Похоже на пипидастер. Знаешь, что такое пипидастер? Нет, не знаю. Серьезно? Нет. Это штука, которая такая цветная, как попугайного такого расцветки, которой пыль сметают. Знаешь, щеточка такая синтетическая, с которой уборщицы пыль сметают, ну, с мебели, там, не знаю, там, диван. Называть? Не, да, это смешное название, но это можешь загуглить. Пипидастер называется. А можете сыграть что-нибудь? Да, какую песню тебе сыграть? Любую. А вы нервы. Нервы одну песню только знаю. Какую? А вы долго на гитаре играете? Да, месяца два где-то. Сколько? Месяца два, наверное. Серьезно? Вы за два месяца так научились играть? Да. Бля, ну это очень прям классно. Сегодня еще вот смотрел такую песню, знаете? Thank you.
Так, ну вот. Круто, круто, очень круто. Офигеть. Кто-то за год не мог научиться, а кто-то за пару месяцев. Да там легко все, на самом деле. О, старичок, здорово. На меня похож. Не похож. Чем похож? Ну, смотри, на лицо похоже с тобой. Да. А, понял, понял. Играй давай. Что? Ты можешь сыграть, что я тебя попросил? Не, я эту песню не умею играть. Какую умеешь? А, умею... Кузнечика умею, кстати. Давай, кузнечика. Ты что, на гитарке играешь? Да, на гитарке играю. Прикольно же. Сыграй, да. Пускай. А какую песню сыграй, сыграй «Малиновый закат». Да подожди, а нет, сыграй, что умеешь. Это же к Лизе. Да. Да. Правильно. Что ты еще умеешь играть? Вот это знаете? Давай. Нет. Это же «Дайте мне белые крылья». Да, все правильно, да. А ты на гитаре играешь? Да. Сыграешь? Да, какую песню сыграть? Сыграй. Не знаю. Юность знаешь? Конечно, 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 знаю. Круто, круто. Играешь? Да. А ты? Сыграй что-нибудь, пожалуйста. Да, какую тебе песню сыграть? Например, знаешь песню «Поболело и прошло»? Конечно. Можешь ее сыграть? Да. Я почему-то так и знала, что... Если хочешь поучиться у меня игре на гитаре онлайн, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграме. Ссылки в описании. Давай, давай.